On perd pas de temps, on vous présente tout de suite un but et probablement que Stanislav Galiev s'est dit la même chose parce qu'il a marqué le but le plus rapide de la saison dans la KHL après seulement 8 secondes de jeu. Ладно бы там проиграли петербургскому СКА, все-таки лидер сезона, но вот в планы однозначно не входило поражение от рижского «Динамо». Ну, в общем, там все по делу. А вот так начинается эта игра. Очень плохое начало для хозяев. Отвратительное начало для хозяев. Ну, посмотрите, в зону вошли. Дальше передача поперечная, которую кто там выполнял Видин. Parlons maintenant du travail devant le filet du gardien de but, Roman Ville. Devant le but, ça va quand même pas pire, mais quand il sort, c'est toute une aventure. Так, а, вбрасывание-то. Ну-ка, и... А, здесь, кстати говоря, здесь Уилл был в воротах, но, о-хо-хо, Уилл был на льду, но, видите, все равно забивает пустые ворота, потому что Уилл уехал из этих пустых ворот. Красотища какая, а, какая пауза и какой ложный замах, ой, Амяки, пас уже на пустые ворота. А, Миро Алтонен теперь забивает сам, но вот сейчас разорвали, просто... Vous voulez avoir un bon exemple d'échec avant? En voici un signé Alexander Kokachev. Арене один в один, там же Робинсон перед ним, но успевает Мэтт клюшку выставить. Начинает воспламеняться в овертайме. Кохлачев, бросок. Вау. 2-1, шик, блеск, красота. Спартак забирает 2 очка в Санкт-Петербурге. Le plus beau but de la semaine a été marqué par Lucas Sedlak. Quelle feinte au pluriel! Шенин, но не так опасно это было для Гарипова. И атака трактора. Седлак. Седлак! Что он творит? А за 4 секунды. Ну фантастика! Ну как он ушел от защитника? Ура, атака. И вот открывается Седлак. Как ушел от Полевко, а? Да, защитник. Который вызван сейчас в сборную.